Итак, друзья, всем привет! Это был наш второй день в Дубае, и мы запланировали поездку в одно прекрасное место, а именно интерактивный комплекс Aya Universe. Дорога у нас состояла из поездки на такси до ближайшего метро. Впоследствии поехали на метро с пересадкой до станции Бенджамин. Проехав по зеленой ветке пару остановок, мы вышли из метро и шли пешком до Wuffy Mall, где находится данный комплекс. Комплекс Aya Universe занимает площадь около 3700 метров квадратных и представляет собой 12 различных интерактивных зон. Каждая из них переносит нас в совершенно другую, захватывающую с первых секунд вселенную света, звука и новейших технологий. Каждая зона дает возможность ощутить совершенно новые эмоции и получить опыт, который получить не получится больше нигде. Самое интересное, что взаимодействие с элементами комнат является необходимым условием. Это прекрасное место, нам очень понравилось.